называется? Бирюза? Бирюза. Есть у меня. У меня есть. Подожди, есть. Нету. Есть. Ну, сережки есть. И так. Этот, как вот его? Браслет. Браслет у меня, есть? Да. Есть браслет, сережки. А вы шкалер там. Угу. Вот такой? Такой. Да. Только у меня другой формы немножко. А перстенек есть? Перстенечка вот нет у меня. О! Перстенька нашлось. Нет. Нашлось. А что, потеряли, что ли, вы? Нет, я хочу, чтобы ты нашла. Перстень? Тебе подарить. А-а-а. Искала, думаю, чего у тебя а я нет. Не пойму, думаю, потеряли, что ли, или... Спросила, это есть? У меня есть, только другой формы. Говори, нет такого. Нет такого. Этот понял сразу. О, я тундра, да, Саша? Тундра, лесотундра. Сережки есть. Есть, сережки есть. Кулон. Кулона нет у меня. Кулона нет. И не будет. И не будет. Как я придумал. И еще бык творит. Ой, спасибо. Подарок мне. Сейчас померяю. Санек, поснимай. Держи. Думает, чего-нибудь да не будет. Одень мне, дорогой, на руку. Как когда-то. Это ж не обручалка. Вот так. Неважно. Неважно. Ой. Можно вот на это. Вот. Я люблю такие. Вот на этот мне как раз. Смотрите. Здорово, да? Красотень. Красивый цвет. Ну, спасибо за подарок-то. Ой, какая красота. А я все искала себе перстенек. Мне Валя подарила браслет. Сережки Саша подарил. А вы кольцо. А я сама себе что должна подарить? Кулончик, чтобы был полный комплект. Так, Саня? Намек быку. Намек быку. Быку? Чтобы бык задумался или что? Бык он и в Африке бык. И прыжует, интересно мне сказать. Звонок на мобильник маме. Мама ответила, говорит, здрасте, здрасте. Ну, там, с Новым годом. Слышу, поздравляют с Новым годом и вижу по выражению лица маминого, что не знает, кто звонит. А я специально кричу громко, говорю, а ты кто? Она говорит, а ты кто? Это вот, ну и ответила она, кто это, мол, представилась, бывшая хористка, да? Да, да, Лида Гаврилова, да. Очень приятно. Ну вот как в том анекдоте, это бывает, знаете, такое, человеку звонят, ну, на мобильный там телефон. Он говорит, говорит, а потом слушает, слушает. Ну, проходит минут 5-10. У меня был, кстати, такой случай. Мы ехали с работы после ночи. И сзади сидел мужчина. Он взял это, говорил, говорил, говорил. И в конце он говорит, а ты кто? Потом слышит, тот ему что-то отвечает. Он говорит, а ты где? Так кто ты это? И я вроде как начал уже засыпать немного, и в то же время как начал смеяться, думаю, вот это да, вот это вот, понимаете, откуда берутся анекдоты. Да, это точно. Это называется «А ты кто? А ты где?». Ну, хочу сказать, что, в общем-то, я, ну, не то что хвалюсь, но память у меня на голоса хорошая. Дело в том, что я в течение 15 лет была староста огромного хора, 50 человек. И вот кто бы мне ни звонил, я безошибочно определяю, кто. Ну вот, вышел, как говорится, такой казус, не узнала. Очень давно я ее не слышала и не видела. Ну, что, бывает, если проходит лет 10-то. Кстати, ваши шхаристы смотрят наш канал некоторые? Да, конечно. Вот поздравьте. Конечно, да, да, да. Возможность вам с Новым годом их поздравить. Всех моих хористов, моих, ну я так называю, хористы, с которыми я пела на протяжении 18 или 17 лет. Всех поздравляю с Новым годом. Особо благодарность руководителям хора Олегу Евгеньевичу Нероде и нашему хормейстеру Татьяне Викторовне, уважаемая, прелестнейшая женщина.
изумительной чистоты души человек. Она мне такие стихи подарила на дата 83 года. Угу. Очень красивые такие души, стихи. Прекрасная женщина. В общем, поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого-самого хорошего, светлого, что может пожелать человек сам себе. Вот желаю я вам всем. А я вот аж уже начинаю ртом плямкать, и пока не забыл, хочу спросить у мамы. А вот хочется назвать мне видео, чтобы это видео, ну, нашли люди, которые дружат, как говорится, с интернетом. Это сейчас не диковинка. Вот как мне написать? Передаю привет кому? Кому? Хору. Хористкам, как хору хор города Бреста. Вот ветеранов. Как правильно? Вот давай подумаем. Ваш хор как назывался? Хор ветеранов? Хор ветеранов войны и труда имени Николая Шущица. Он до сих пор так называется. Участником хора. Немножко покороче. Хор имени Шощица. Можно так написать? Можно. Хор ветеранов обязательно. Хор ветеранов передает привет ваша бывшая староста. Вот так Галина и назовем. Степановна. Можно, да, так назвать? Да. Ну, хотя здесь у нас мало материала. Ну, так, может, это выйдет как отдельное видео. Небольшое спасибо. Небольшое, да. Вот еще что-нибудь можно вспомнить и сказать. Ну, я бы могла показать тогда. Вот мы сделаем это отдельное видео. Да, фото с участниками хора, хорошо. Поездки наши. Ну, вот, попозже мы зайдем, да, тогда, да. Не сегодня уже, конечно. Конечно. Ку-ку. Только что накладывал себе морковь. Плюс салат. Это маринованная морковь. Я уже поел. И что хочу рассказать, что вспомнил. Есть, продается вот такая же морковь. Морковь со спаржей. Она так и называется. Но спаржа там стоит в кавычках. Вот на крышечке данного салатика написано «салат». Морковь со спаржей, к примеру. Или «салат спаржа». Но спаржа в кавычках, заметьте. Знаете, что это такое? Морковь – это морковь. Но спаржи там никакой нет. А где она? Таня, все, приехали. Короче, ты меня это вырубила. Ну, выключи пока. Ну, хорошо, но здесь ведь тоже не одна морковь. Сейчас Саша вам выдаст. Он вчера прочитал. Вчера мы нашли, что такое так называемая спаржа. В кавычках. Таким способом готовится соя. Соя варится, вот так вот там что-то эти перекручиваются, какие-то волокна. Вот в этом салате, кстати, не в этом конкретно, а там, который называется, как я уже сказал, спаржа, получается как длинные такие вот волокна, да, они нарезаны на кусочки. Ешь, действительно, очень вкусно. И очень приятно. Чуть-чуть камеру прими. Нет, не в ту сторону, в другую. Так. Готовится соя. Так. Соя. Готовится и готовится. Вот все, что я вам могу сказать. Кому интересно, прочитайте. Так, хорошо. Смотрите в Ютубе. Меня интересует, вот вы тогда назвали, что вот эта морковь с чем-то. Это с сельдереем. А сельдерей, да, это одно. Это овощ такой. Ну, сельдерей, я знаю. А спаржа – это совсем другое. А спаржа – это спаржу, совсем кстати, другое. Кстати, выращивала когда-то соседка твоя. Это не такая Нина, спаржа. Нина это... выращивала спаржу. А, выращивала да, меня. Стебли. О, да. Вот про да, эту мы говорим. Да, да, ну, а помню. Вот в таких салатах, вот, как, которые продаются в магазине, написано, что это спаржа. Я еще раз скажу, это не спаржа, это соя. Соя специальным способом как-то там выварена.
Не буду я про все рассказывать, потому что я не специалист. Одно могу сказать, что я почерпнул из этой статьи. Очень полезный продукт, содержит витамин А, Б, там, даже витамин Д, кстати. Это соя это, да? Да, вот даже витамин Д, вот о чем бы не мог подумать. Так что пишет, он очень полезен всем. Вот это вот не он, а она, назовем ее так, соя. Ну и морковь она. Ну и морковь, да, что, так что милости просим называется. Покупайте, ешьте меня и не загоняйтесь. Спаржа это или это соя, если полезно, то почему бы и нет. Что-то пропал этот салат в Еврооптиме, а с тобой, да, все нет. Время покупали. Написано спаржа, мы и думали, что может это спаржа. Может быть, где-то в больших магазинах там корона или еще каких-то есть, а может быть, просто перед Новым годом пропало. Разобрали все. Пробуем. А вообще лучше не лениться, самим делать вот морковь и сельдерей. Натерочку все натер, приправок всяких, как чеснока. Как же нам приготовить спаржу, где есть много-много витаминов? Как? Покажем как и расскажем как. Когда? В следующей серии. Спаржу ли сою? Ждем. Ну что, будем чай пить? Я воль. Пойду поставлю чаек. И попьем чайку. Таня, идем домой, нет? До свидания. Ну, все, пока. До свидания. Спасибо за все. Спасибо, девочка моя, спасибо за все. Мама спасибо. Приносит камеру, говорит, на тебе. Вот я говорю, что ты хочешь? Дает мне так, как секретик в руке. А это камера моя. Соня, Соня. Все, пока. Всем спасибо. Ну все, ребята. Мы домой уже идем. Мы идем домой. Наелись, напились. Все, всем пока. До скорой встречи. Завтра увидимся.